Распаковка посылки. PCI Express. Riser Card. Привет, друзья! С вами сегодня Isset Smart. И в этом видео мы рассмотрим распаковку нашего Razer. Ведь я купил себе Razer. Это уже второй Razer, который я приобрел в этом месяце. Ведь это для будущей майнинг фермы. Я хотел бы подключить Razer. И сейчас мы посмотрим этот Razer, который пришел с Китая, и довольно-таки быстро. Я быстро получил этот товар. И этот Razer у нас другого цвета. Какого же цвета? Я это говорить не буду. Просто распакуем и увидим, какой же у нас Razer. В такой упаковке у нас Razer. Продавец оказался довольно общительным. И все расписал мне. Было много цветов Razer, я выбрал именно этот цвет. Сейчас мы его распакуем и посмотрим. Так, вот таким образом я его распаковываю, так как у меня нету ножницы. Ножницы нету, да искать не хочу я ножницы. Давайте просто его распакуем. Видим? Очень даже легко. Ну уже распаковывайся. Осталось немного. Еще немного. И мы его распакуем. Раз. Так, что у нас распаковалось здесь? Ай, мои руки уже... Может, какой-то подарок лежит там, а? Ох, какой-то подарок я вижу там. Мои руки что-то нащупали. Что же там такое? Сейчас я его вытащу. Я что-то чувствую, друзья. И что же я вытащил там? Угадайте с трех раз. Вот что я вытащил. Что-то здесь написано? Что же здесь у нас написано? Рабочие проблемы и так далее. Пожалуйста, простите нас, если у вас есть какие-либо проблемы. Обратите внимание. Пожалуйста, не открывайте корпус или оставить нам плохую обратную связь. А дальше ничего нету? Пупырышки? Плохо пупырышки работают здесь. А, ладно. Переходим к нашему Razer. Надо его распаковать, наш Razer. Как же он распаковывается? Его не так-то просто распаковать. Совсем не просто. Что тогда делать? Нужно распаковать его таким образом. Ножницами. Распаковали ножницами. Теперь можем отрезать. Ну выходи же ты уже оттуда! Во! Вот это да! Точно тот цвет, который я заказывал. Красный цвет. Я решил заказать именно красный цвет, но это почему-то... Почему он... Его разве нельзя было завязать? Он ведь завязанный должен приходить вот таким образом. Почему он не завязан? Странно. Ну кабель... Синий все-таки лучше был в плане... В плане кабеля мне синий больше нравился. В следующий раз синий закажу все-таки. Красного цвета. Это у нас PCI Express X1.
Это у нас наш Razer. Вот так он наш Razer выглядит. Что у нас здесь написано? Версии 008S. Есть разъем 6 пина. Есть разъем Molex. Есть разъем SATA. Вот такой SATA разъем. Это USB подключается на наш PCI Express X1. Razer для майнинга. Именно для майнинга этот Razer. Обратная сторона. И можем этот Razer подключить и пользоваться этим Razer. Подключить сюда видеокарту. Так, вот таким образом он защелкивается. Видеокарту подключаете, потом защелкиваете. Довольно отличный Razer, и это именно красного цвета я взял. Чтобы они отличались, потому что я не хочу, чтобы у меня мои Razer были одинаковые. Пусть будут разные Razer, и разные Razer всегда хорошо. В следующий раз я куплю отдельно, наверное, на Molex, или на 6 пина, или возьму, наверное, даже на SATA. Наш Razer. 008S пока. Может, в будущем будет еще 009 и выше, выше, выше. Razer довольно хороший. И мне этот Razer нравится. Подпишись, подпишись, мой друг, на мой канал ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.